Ребята, смотрите, что здесь. Уже ночь. Не понял. Мистер Кот. Это что? Мистер Кот. Не понял. Не понял. Мистер Кот, это что? Где что, мистер Кот? Неплохо, да? И правда неплохо. Да, да, неплохо. Привет, ребята! Продолжаю сегодня обзоры на напитки и спорт питания. И вновь у нас энергетический напиток Black. Майк Тайсон дизайн, да, но здесь у нас не коллекция это, да, нет у нас Майк Тайсона, здесь у нас некая самурай эдишн какой-то, да. Black Energy, манго вкус, то есть чувствую очень крутой манго вкус, самурай, да. Здесь мы видим такая вот типа что-то катаны нарисовано, какой-то японский меч, возможно, с иероглифами, и здесь иероглифы, да. Путь воина, The Way of Warrior, вот. Симпатичный дизайн. Данная баночка 250 мл обошлась мне в 93 рубля в магазине «Фасоль» в городе Москва. Очень рад. Крутой лот в коллекцию. Такой необычный. Мне очень нравится. Симпатичный, да? И вкус, я чувствую, манго будет шикарный. Прям вот предчувствие такое, да? Вот, как мы видим, Black Works, да? Mike Tyson Collection. Вот видно, да? Давайте посмотрим, что это. Здесь у нас наклеена наклейка, да? Подозреваю, что там под ней, видимо, оригинальный язык. Сейчас посмотрим. Итак, Black Energy Samurai. Тонизирующий энергетический напиток с ароматом манго. В состав у нас входит вода, сахар, ликер соды, лимонная кислота, цитрат натрия, таурин, ароматизатор манго, кофеин, 320 мг, значит, краситель, концентраты цветков софлора, витамины, ниацин, патотиновая кислота, витамин В6, В12. Как мы видим, здесь у нас кофеин и таурин из энергетических компонентов, стандартный набор. Вот. По белкам, жирам, углеводам 9 грамм углеводов в виде сахара и 39 килокалорий. В принципе, не так много углей и калорий, не так много. Неплохо. Производится это все дело в Польше, да, вот мы видим Поланд. Вот. Ну, как-то вот так. Так, если посмотреть, что же там за какой оригинальный язык. Смотрите, походу японский, да, флаг. Ага. Ну, сейчас мы это дело все разломаем, посмотрим, поехали. Итак, ребята, смотрите, отодрали мы наклейку, и получилось, все-таки это у нас польский язык. Посмотрите, оператор, приблизь, посмотри. Польский язык, как мы видим. В общем-то, на нем ничего не понятно, поэтому... Ну, в качестве моей коллекции эта баночка пойдет. Это очень хороший лот, я считаю. Ну что, предвкушаю отличный вкус манго. Запах шикарный. Чем-то, кстати, запах похож на Red Bull тропической. Очень сильно похож. В общем-то, и цвет тоже. Ну что ж, давайте посмотрим «Путь воина» по версии Польши. Именно Блэка. Да, необычный привкус манго. Действительно, вот отдает каким-то, такой, знаете, манго с цветком. Тут же у нас в составе цветок есть. И действительно отдает таким цветом. Очень интересно, очень интересно. Прерывались мы, ребята, чтобы запечатлеть в коллекцию фотографию с данным напитком, поскольку сейчас я его допью. Очень вкусно, необычный вкус манго с таким что-то типа цветка напоминает. Что еще прикольно, он такой довольно насыщенный и резкий, знаете, такой кисловато-сладкий. То есть не просто вот такой, как лимонад, а вот ты его пьешь и тяжело, да, вот так энергетик должен быть такой мощный. А он у меня прохладный, то есть такой охлаждает. Очень крутой вкус. Не знаю, найду я что-то, нет, но реально из блэков, что я пробовал, это, наверное, самый вкусный, что я пил. Очень прикольно. Шикарный вкус. И здесь немного сахара, потому что он не сильно сладкий. Это очень радует. Ну, что я могу сказать? Конечно же, я поставлю, ребята,
5 баллов с 5 данному напитку. Конечно, здесь нет ничего необычного. Кофеин-то выглядит в обычных энергетиках, но очень красивый дизайн, очень вкусный вкус. И вот как энергетик должен быть, он вроде такой манго кажется сладкий, да, но он реально такой очень резкий. То есть ты его пьешь, он не можешь прям, знаете, климат его глушить, а он прям так вас заставляет потихонечку пить по глоточку. Растягивать это дело. Такой кисленький, мощный, в общем, шикарный самурай у нас. Так что, ребята, 5 баллов с 5. Очень вкусный. Если вы увидите такой, советую брать, не раздумывая, сразу несколько банок, берите, не пожалеете. Я, если вижу еще такие банки, конечно же, возьму. Ну и за сколько я взял, за 90 рубля, он точно стоит своих денег. Поэтому Black Samurai. 5 баллов с 5. Рекомендую. Очень вкусный и красивый энергетик. С необычным вкусом манго и цветка. Какого-то. Ну, а мы еще в обзорах. До новых встреч. Ребятки, это конкурсное видео. В конце мне удалось купить еще несколько банок данного напитка, чем я очень рад. Ну и всем советую еще раз. Отличный, отличный. До новых встреч.